Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos al Metro Exodus. Estamos continuando la aventura de Artyom después del búnker de Yuman Tao. Se ve que no había ningún tipo de gobierno ahí, no había nada. Lo único que había es una panda de caníbales que casi nos comen vivos. Así que hemos abandonado la idea de contactar con el gobierno y nos hemos ido al Mar Caspio. Ahí en ese búnker hemos encontrado información que en el Mar Caspio hay un sitio que estaba en contacto con todos los satélites y podemos tener información exacta de qué zona no está irradiada y quizás fundar una colonia. Eso es una idea bastante buena, algo que he querido hacer Artyom desde hace mucho tiempo. Así que a ver qué nos prepara el Mar Caspio. Desierto. A ver, tiene que hacer calor aquí, vamos. Да уж, приехали. Один песок кругом. И жара. Хреново мне тут. Sí, tiene que hacer un calor que no veas. Está todo seco, ni un árbol. ¿Qué? ¿El coche? Ah, parecen bandidos. A mí tampoco me gusta, ¿no? Что с бойцами, Дамир? Степан совсем плох, остальные пока держатся. В нормальной форме получается только вот мы. Спасибо. Аня, вы с Дамиром отправляйтесь на разведку. Надо найти этот чертов бункер и убираться отсюда. Вот только, товарищ полковник, непонятно, как потом отсюда убираться. Воды в котле осталось разве только чайку заварить, а топлива и вовсе нет. Falta gasolina. Bueno, gasolina, falta combustible. Тоже надо решать. Анна, Дамир, вторая задача — поиск воды и топлива. Сэм, поднимай бойцов, готовимся к обороне. Так точно. Vale, vale. Будь поосторожнее, хорошо? Venga, venga, no te preocupes. Артём, надо выяснить, кто эти типы на машине. По виду обычные бандиты, но рисковать нельзя. Машина шла в поселок. Похоже, у них там пункт связи. А значит, какая-то информация там должна быть. А нам сейчас все будет кстати. Когда будешь готов, выдвигайся. Bueno. Крест, а твоя дрезина наш состав потянет? Ну она может и потянет, не быстро только, но и недалеко. Мотор ли такого веса слабоват, да и соляры столько взять негде. Да, была бы солярка, Аврора и сама бы справилась. Это как? Так она многотопливная, есть и колосники под уголь, и обмуровка с воду с форсунками, поджидкое горючее. А чего ты раньше не говорил? Так вы раньше не спрашивали. Система подачи в рабочем состоянии. А, Ермак, Ермак. Надо смотреть. Вот с крестом и посмотрите. Мы самое ясно посмотрим, да только соляра от того у нас не заведется. Судя по тому, как местные лихо разъезжают на машинах, достать дизельное топливо тут будет проще, чем уголь. А с водой как быть? Без нее никуда, а баки пустые. Давайте решать вопросы в порядке поступления. Me gusta esa política, me gusta. Bueno, a ver. ¿Este acá de quién es? ¿Ese es suyo? Mapa también es suyo, bueno. Mira qué moderno, con pilas y todo. Ну пошли, значит, посмотрим, что там с теми форсунками. Bueno. Бункер, где же он прячется? Ah, mira. Hola. ¿Qué tal aquí? ¿Qué es esto? ¿Explosivo?
No sé qué tienes aquí, pero... там с помещением, идиот. Вроде касса раньше была и камера хранения. Рухляди всякой полно, надо будет прибраться. Mira cómo llevan los gorritos. Como soldados de Afganistán. Ese es el idiota, ¿no? Sí. ¿Y esto que llevan aquí? Bueno. Tengo ni idea. Este pitido. Фух, а солнышко-то припекает. Окей, занимаем оборону. Ты давай в хвост поезда, идиот к паровозу. Я тут пока наведу порядок, потом Степана перенесем. Здесь прохладнее, чем в вагоне. Задача ясна, ваш благородие. Разрешите приступать? Разрешаю. Ну, я пошел. Что-то Алёша разошелся сегодня. На солнышке перегрелся, что ли? Мы тут все перегреты. Я его сменю, когда Степана отнесем. Ладно, прорвемся. Я на пост. Артём, мы тут сами управимся. Venga. Si os lo podéis arreglar, me parece perfecto. Здесь порядочек. Отлично. Madre mía. Madre mía el paisaje, ¿eh? Здание с антенной, видишь? Вроде туда машина пошла. Ты там осторожней только. А то кто его знает, чего от местных ждать? Vale, vale. A ver, ¿qué pasa? Aquí hay algo interesante. Ah, es un metal. Me detecta metal. Creo que tengo una idea. No, no se puede. Madre mía. Артём, тут, похоже, буря собирается. Небо чёрное. Así que tormenta. Fíjate tú qué bien. ¿Son esos vagones? El cielo no promete, ¿eh? Todo está abandonado.
¿Qué es esto? Zombies. Metal. Me encuentro metal. Porque esto es un trozo enorme de metal, ¿no? Básicamente. ¿Siguen? ¿Serán perros? ¿Dónde vas? ¿Qué hay aquí arriba? Ey, ¿esto qué es? Esto es un rifle. Pero así recortado. Vale, me voy a llevar las piezas. Estupendo. Luego tendré que a ver qué puedo montar con este rifle. Aquí habían entrado, ¿no? Esos bandidos. O sean lo que sean. Se acerca la tormenta.
¿Qué más hay por aquí? ¿Qué golpeabais aquí? ¿Qué hay? Se acaban las pilas. Зря вы к нам сюда приехали. Te voy a partir la cara. Откапывать тебя не надо. Ну, вылезай тогда. С хозяевами этой таратайки, я так понимаю, поболтать уже не получится. Несговорчивые какие. Хотя, будь у меня такая машина, я бы тоже отдавать не захотел, небось. Едешь себе, кум королю, это же не пешком по жаре топать. Кстати, как раз сейчас и опробуешь. Пока ты тут в песке... Куличики лепил, я антенны разглядел. Значит, и центр связи там. Думаю, на маяке он, так что дуй туда. Маяк огромный, не пропустишь. Мне тут еще надо понаблюдать за окрестностями базы. Но как освобожусь, может, отправлюсь к тебе. До встречи. Bueno. Creo que debería volver. A reponer munición. Mad Max. No quiero ni saber lo que vive en este agua. Están soldando algo. Son bandidos seguro.
Lo que no tengo es munición. Estupendo. Bueno, vamos a acercarnos un poco más. ¿A lo mejor no son bandidos? No hacen caso, ¿no? A lo mejor puedo pasarme por... No sé qué estarán haciendo aquí. Ты кто, мерза? Не знал тебя совсем. Ты нас проверял, пришел, да? Ага. Барон пришел, слышка, да? Sí, soy tú. Священный план, ты вели, ты управлял вселенной, ты дал всем жизнь. Ты кто такой? Что здесь делать? Кто разрешал? Хозяин тебя не ждать, иди отсюда. Нельзя туда. Там точно кто-то есть. Да что такое? Вот он! A mí no me toquéis los huevos. Tengo balas de acá, tengo 15. ¿Te rindes? Bien hecho. Toma. Voy a llevar todo lo tuyo. Y todo lo tuyo.
¿Qué más hay por aquí? Se puede subir. Me llevo esto. Aquí qué hay de interesante. Me llevo todo esto. ¿Esto qué es? Ah, un ADP. ¿Radio puedo usar? No. Me llevo las piezas. Que se puede subir tanto. Ah, simplemente para bajar. Qué tontería más grande. Bueno, no pasa nada. Ya me sirve. No te voy a matar, tranquilo. Señal. El varón nos otorga el poder de la llama sagrada. Tranquilo, tranquilo. Me gustaría saber dónde puedo pasar la noche aquí. Porque si no... ¿Qué hay aquí? Barco boca abajo. Не надо, мырза, не надо. Мудрый мырза, не надо стрелял раб. Я послушный. Мырза сказал рубил. Я рубил. Como ciega. No habrá que seguir. Vamos a seguir. Venga. A lo mejor es por aquí.
Uf, no, por aquí no es. Casi muero. Sufran. Pobre, no sufras más. Ay, mira, ¿quién ha hecho esas trampas? El que vive aquí tiene miedo de que lo vayan a invadir. Con razón, ¿no? Madre mía. Pago esto. No quiero ni saber lo que me hubiera pasado. Una bomba, quizá. Aquí, ¿no? Madre. ¿Qué decías aquí me ando? Conseguido algo nuevo, se ve. Venga, vamos a ayudar.
están tan concentrados con disparar al faro que no se enteran. Все тихо, да? Никто нет уже? Сюда иди, да? Он враг, ты его убивал. Ты друг, думаю. Дверь выкину. Ты стой, я лифт опущу. Это Ланес! Мунда, сызылыты! Сызге иткет! Что, блин, казах или что-то такое? Кем се лето кура атакар де ночи? Venga, vamos con ascensor. Проходи. Кто убил Мунай-Бай, мой друг? Мунай-Байлер народ гюль весь в кун. В рабы превратил. Меня так же хотел. Лучше смерть. Гюль в долгу. Но зачем вы здесь? 5 лет никто не приходил. Один Мунай-Байлер. Гюльнара, что вы знаете об антеннах возле вашего маяка? Раньше до войны центр связи был. Мама работала офицер связи раньше. Брошен давно. Был там после войны, искал следы мама. Ничего не нашел. Брошен. Гюль, услуга за услугу. Помогли вам, помогите нашему человеку попасть внутрь. Хорошо, я помогу. Артём, надо найти архив. Он должен быть где-то рядом с командным центром. Ищи снимки за послевоенный период, только свежие. Года с 2013-го. Дамир скоро будет там, можешь на него рассчитывать. Конец связи. Если идти сейчас надо, пока новый Мунай-собака не приехал. Рабочий верстак. Если надо, пользуйся, да? Уй. Там всякая опасность может быть. Умный человек не ходит. Ты умный, но у тебя выбор нет. Бенга, а вер. Тихар, мне кажется, что его я substituir por... No lo puedo sustituir, ¿no? Тихар. No, no puedo. Bueno. Pues nada, vamos servidos entonces. ¿Dónde ha ido la señorita? Готов? Нет? Скорее тогда. Торопись, да? ¿Qué tienes aquí? A la cama. Aquí vive. Claro. Война красиво был. Море был. 5 лет мне был. Мама молодой был. Живой был.
Теперь пустыня. Звери в уроды превращал. Люди в звери превращал. Народ Гюль в звери превращал. Не сам по себе. Нефтяной собака превращал. Море уходил. Vosotros no lo estaréis entendiendo, pero los kazajos y los pueblos estos así de los... Старик умирал. De los montes. Молодой оставался. Confunden los géneros. Ella dice, yo soy... Habla de ella misma como si fuera un hombre. Он бог огня теперь. Молодой поверил. 5 лет война кончался. Мама умирал. Гюль один оставался. Es como... Como kazaja. Esta gente son como kazajos. Y se ve que... Claro, la gente... El racista con ellos se los convirtieron en esclavos. Venga, vamos. Vamos a completar la misión. Один я сюда ходил. Один знаю, как дверь открывать. Вниз не ходил, вниз пауки. Видишь, проход здесь. Туда лез, потом я. Venga. ¿No podría decir que estoy encantado de este sitio? Esto pinta muy mal. ¿Por aquí? No hay electricidad. Claro, yo tengo que ir a buscar cómo se enciende, ¿no? Venga. Vamos a conectar la electricidad. A ver si funciona. Вниз теперь иди, потом налево. Там проход есть, узко. Я здесь остался. За электричеством следить, чтобы не выключал. Venga. Ya me han dejado solo. Если мамин вещи увидишь, принеси. Большое спасибо говорить буду, сколько жив буду. Сейчас Рейна. Тебе миг на луз. ¿Cómo subo yo aquí?
Malditas arañitas. No, por aquí no se puede subir. ¿Y por dónde si no? A ver, 01, aquí que hay. Ah, aquí. ¿Eso se puede? No. Vale, no tengo muchas ganas de bajar. ¿Sarañas? ¿Qué asco dan? ¿Tengo que ir por ahí? No. Pues sí. Tendré que ir por ahí. Ahora. Quiero morir. ¿Quieres morirte ya, pesadilla? De verdad. Oficinas. Muy Fallout esto, muy Fallout, pero me encanta cómo lo han hecho este metro. Lo que faltaba, más arañas. Bien, ahora podré encender la luz. Vamos a cambiar de filtro. Артём, раз, проверка связи. Это я, Дамир. Надеюсь, ты меня слышишь? Я на объекте. Джуль меня чуть не подстрелила. Думала, враги. Bien, bien. Внимание! Аварийная установка системы вентиляции. Всем приготовить средства защиты и оставаться на местах. Вентиляция. Слышал, Артём? Вентиляция, así que...
No. Aún no se puede. Mapas. ¿03? Eso se acaba de abrir, ¿no? Sí, acabo de... Claro. Cinta. Степаныч, херовые дела. Через те трещины, что на нижнем уровне получились, как крайний раз тряхануло, газ просачивается. Токсичный, чтоб ты понимал. Вентиляция его пока вытягивает, справляется. Но что, если снова свет отрубится? Или тряхнет еще разок, и трещины пошире откроются? Я Викторовичу доложил, но он в своем репертуаре. Сидит у себя в командирском кабинете, бухает и толдычит одно и то же. Не разводить панику, придерживаться директивы 01. Уже и не знаю, что тут делать-то. Más al sótano. Qué pocas ganas de bajar, de verdad. Filtro. Esto tiene pinta de ser un búnker de gobierno. ¿Qué es esto? Eso no pinta nada bien. Más arañitas. Mucha arena aquí. ¿No hay nada así informativo en el mapa? Demasiado todo obsoleto, ¿no? Para hacer 2013. ¿Aquí qué hay? Nada, ¿no? Estos baños. ¿Dónde vas, arañita?
Esto... Артём, связь рвется, ты слишком глубоко. Но есть одна идея. Ну как, Артём? Так, по крайней мере, тебе будет слышно. По схеме, двери архива открываются вручную только изнутри. Но туда можно попасть через вентиляцию из смежного помещения. Поищи вход там. Vale. Vamos a ver. Los búnkers soviéticos. Caja fuerte. En la que hay de todo. ¿Qué hay aquí? Vaya susto me voy a llevar. Ah, mira. La madre. Es la madre. Ah, una vela en su honor y que en paz descanse. A ver. Перебрались на старый маяк. О том, чтобы дальше жить с Гюль в этой норе, не может быть и речи. Каждый день открываются новые газовые гейзеры. Скоро весь бункер завалится. Надеяться не на что. Никто уже не знает, зачем мы здесь. Работать невозможно. Спускаюсь вниз только за жалкими крохами, которые теперь называются пайком. Хочется верить, что наверху безопаснее, но это тоже самообман. Люди голодают. Каждый день новости о новых, все более жестоких нападениях и убийствах. Все мысли о Юле. Дочь. Неужели этот кошмар и есть мир, в котором тебе теперь жить? Сакар мечеру, que si no. Nota nueva. Carta al líder, memorándum. ¿Tendré que saltar por encima o cómo hago? Ah, no, puedo entrar por aquí. Uf. ¿Voy a dar un tiro con esto? ¿No se ha muerto?
Son archivos, pero ¿archivos de qué? Sala de mando, ¿no? Parecen altos cargos. ¿Qué nota es esta? Últimas órdenes. Ya han pasado 5 años desde la última vez que contactamos con el cuartel general. Se ha llegado a conclusión un beso. Fondo, sin embargo, vale. Omitir la directiva 01, póngase en contacto con la supervivencia del gobierno de Yamantau, exigir nuevas instrucciones. Dichas, coronel Makarov, considera esta carta de dimisión, excomandante del centro de comunicaciones vía satélite Caspian 1. Alguien de otro lado ha sobrevivido, por lo visto. Venga, vamos a abrir esto. Buscando algo de 2012. Último de 2019. Bueno, vacío. Vale, aquí hay mapas. Bien. Thank you.
Так что осталось отвезти их полковнику на базу. Кстати, тачку эту я пригнал. Она тут, на причале. Бен, Бен. Как этот лифт вообще работает? Весь бункер ведь в трещинах. Мама говорил, его много чинил. И остальное тоже. Мира, на фото. Ты прокмет. Спасибо тебе, Артём. Это тебе. Когда я маленький был, отец дарил. Дамир говорил, с вами девочка едет. Отдай ей. Пусть удачу ей принес. Угу. Вы очень везучий. Мунай Байлер много поход ушел, почти весь. Если Арда был тут, вы бы уже мертвый был. Думаю, это наш шанс что-то изменить. А, Мунай Байлер. Это по-русски получается нефтяники, пожалуй. Меня слушал. Как идти, рассказываю. Когда вышел, направо езжал. Там дорога в порт когда-то был. Аня должна быть где-то там. Свяжись с ней. Наверняка она нашла что-то интересное. Бенга. Я останусь. Попробую выяснить побольше про этих нефтяников. Как узнаю, что полезное, сразу свяжусь с базой. Юль, скажи, как получилось, что здесь заправляет этот барон? Мой народ сам выбирал свою судьбу. Как это сам? Сами в рабство пошли? Сам. Мунай Байлер сказал, работал на меня, я защищать буду. Он согласился. Мунай Байлер сказал, почитал священное пламя. Он тоже согласился. Ну... Тогда ведь у них и выбора не было. Сражался, был выбор. Сражался и умирал, но не ставал раб. Не все к этому готовы. Надо был готов. Я всегда готов. Потому и сражаешься одна. Ха! Для оборон меня один хватит.
Но убьешь ты его, а дальше? Барон мертвый будет, тогда буду про дальше думать. Тоже верно. Иди, Артём, удачи пожелать. Угу. Милой, милой. Пожалуй, Артём, позже поговорим. Милой, милой. Venga. Давай, Артём. Хорошей дороги. Aquí está mi... mi super vehículo. Bueno, me parece a mí que voy a dejar esto aquí. Espero que os haya gustado la aventura de Artyom por los desiertos de Rusia. Bueno, más bien ya acercándonos a Dagestán, Uzbekistán, no sé dónde... ¿dónde exactamente estaremos? Alrededor de Mar Caspio. Y os espero en el próximo vídeo. Espero que os esté gustando. Serie de Metro, a los pocos que lo miráis. Y si tenéis algo que comentar, os espero en la sección de comentarios. Chao, chao.